Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, Жека и Игорь, и добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня с вами будем продолжать нашу новую рубрику Трэш Лотой в Майнкрафте. И да, ребята, всем привет! Здорово всем, здорово! Вы знаете, что нужно делать, поддержать нас лайкусиками. Если вы влепите лайкусик на это видео, то обещаем то, что сразу же выйдет следующее. Вот все зависит только от вас. Ставьте лайки, а мы будем начинать с пацантре, да? Ну что, Игорь, ты уже отмучился, да, со своей картой? Да, именно поэтому мы сегодня, точнее сейчас, будем вместе с Эдисоном выбирать, кто из нас будет первым. Сейчас я подойду, у меня тут бутылка. Да хватит развлечений-то, пошли сюда! Так, ну, давай, ты в прошлой серии нажму, я сейчас нажму, хорошо? Ну давай. Мне страшно. Ну давай, нажимай уже! Сегодня я буду ведущим. Зашибись, пошли Игорь роли выбирать. Давай, иди сюда, иди сюда. Я надеюсь, что ты геем будешь, да. Я не хочу быть геем. А я хочу. Мы даже не сомневались, что ты хочешь быть геем. Я специально, да. Я просто порофлить хочу. Я не хочу. Да, да, да. Чтобы все слышали, что я это вырежу. А я нет. Я нет. Ладно. Да ты что, издеваешься? Я гламурная тёлочка. Я кавказец. Короче, да, давайте, я был уже украинцем, и не хочу роли всякие, давайте всю тёлочку мне сюда заколебали. То есть меня в это же решение не спрашивают, да, то есть я на ведущего вообще насрать, типа, да? Ты украинец, кавказец, грузин. Идите вы в сраку, пойдемте на мою карту. Да, и все. Я скажу, возможно. Хорошо. Пошли, все, давай, запускай тарантайку свою, давай. Ну шо, дамы и господа, значит, гламурная тёлочка и кавказец, привет. Прошу заметить, я Анжела. Анжела, у тебя... А я Анжела. Где слизь, брат, мачмалатый? Короче, мои дорогие, вы работаете в кафе, вот. Наша гламурная тёлочка, хоть она и гламурная, но она будет работать... И кафе, а ресторан, слушай. Называй меня Анжелой, пожалуйста, я Анжела, хорошо? Анжела, ты хоть и красивенькая, и гламурная тёлочка, но ты слишком тупая, поэтому ты будешь работать уборщиком. Сама тупая, тупые слова, сама тупая! А ты у нас тупая? А ты будешь работать... Кама, пуля. Ты делаешь настоящую кавказскую шаверму, понимаешь, а ты работаешь поваром. Вот, хорошо, пойдемте, хорошо. Наш ресторан очень грязный. Mm-hmm. Видите, грязь везде. Mm-hmm. Но убрать ее можно только с помощью швабры, поэтому наша гламурная тёлочка должна пройти за швабры, которая находится в холодильнике. Я тебе чё, уборщица? Да. Это мне муж купил этот ресторан, ты на меня работаешь, слышь ты? Кавказец влюбился в гламурную тёлочку. О, какая чикуля, слушай, вот это нормальные такие формы, я тебе хочу. А гламурная тёлочка не нравится кавказец. Да он мне и так не нравился ведущий, мог бы даже не говорить это. Ты, мать мала, я тебя люблю, а ты меня не любишь, что ли? Ты мне сначала сумочку Гуччи купи, угу, и потом с тобой поговорим. Я тебе подарю красный бокас. Кавказцу не нравится, что гламурная тёлочка не выполняет свои обязанности. Ах ты шкура, ну всё, просто это позор всему народу, слушай, это конец. Кавказец должен заставить гламурную тёлочку выполнять свою работу и идти на швабры в холодильник. Снимай трусы, потом в холодильник. Слушай, ты как шашлычный бок, рот свой закрой, пожалуйста, а? Мой муж сейчас придёт, уволь тебя нахрен, будешь пять шаурму свою продавать хованскому, понимаешь, на вокзале. Кавказец чистоплотный человек, а тут везде грязь, и поэтому он должен заставить ее убраться здесь. Слушай, грязная ты девочка. Какой чистоплотный. Обидно. Какой чистоплотный. Кавказца уволят, если гламурная тёлочка не выполнит свои. Это я тебя уволю, я уже сказала тебе. Я тебя ща воткну, быстро давай бери свабру. Ничего ты не воткнёшь мне. Я все сделаю, только отстань от меня, противный волосатый, фу, воняешь. Холодильник. Зачем мне еще одну юбку дали? Холодильник. Так, подожди, это я тебе дарую, слушай, выходи замуж за меня. У меня вопрос.
Кавказец притворяется, что он здесь все знает, и он должен провести... Я здесь все знаю. Ну давай. Я здесь с самого создания. Даже до того, что тебе было создано, я здесь все сдал. Понимаешь, я это ресторан строил. Ну давай, веди. Давай. Это, короче, это мой карифан, он понял. Это, Букин. Подожди, это подожди, это Хачапурчик, это лучший друг Кавказца, но гламурной телочке он не нравится. Хачапурчик, Хачапурчик, мой братан, понимаешь, тигр, просто тигр. Что так называть, так, короче. А тебя как могу называть? Меня называют Белый Господин, короче, я не совсем, сейчас я вспомню, подожди. Магомед, ты кому врешь, Магомед? Чё знаешь? Вот тут холодильник, гламурная тёлочка, иди в холодильник. Вот зачем мне сюда? Мне не жарко. За шваброй. А кто в холодильник швабру поставил? А ты должен на кухню пройти, Игорь, вот сюда, на кухню. Да, кухня, слушай, сейчас. Ведущий! Кавказец должен делать шаверму, а ты идёшь за дело ваш, братан, давай не сиди. У меня тут проблем, я не знаю, что произошло, но я под землей сейчас нахожусь. Товарищ ведущий, можно кое-что скажу? О, Кавказец должен помочь гламурной тёлочке. Магомед! Кавказец обладает силой бога, и он телепортируется. Да, хорошо. Магомед, помоги! Магомед! Хорошо, слушай, я знаю, что нужно делать. Так, надо, короче, смотри, мы... Да, чё за магия? Ведущий! Я что-то делаю не так. Да что такое? Магомед! Дайте мне его сюда, я его шваброй захреначу, пожалуйста. Ты пойми его сюда, пожалуйста. Какие сложные полы у вас тут, слушай, это не я уже строил, это какие-то... Кавказец должен вытащить гламурную тёлочку. Короче, я все знаю здесь, я здесь все строил, короче. Ну так давай быстрее, Магомед, мне тут холодно. Вот именно, вытаскивай меня. Карта у меня, дебил! У меня карта. Это швабра, не трогай швабру! Карта у меня. Слушай, товарищ ведущий, у меня сила бога, телепортируй меня обратно. Вообще так не должно было быть. Да все у нас по плану, ведущий, не переживай. Да вытаскивай меня. Да ты что, медленно, Магомед, можно я тебя поцелую за это? Магомед, ты спас мне жизнь. Товарищ ведущий, я до сих пор ее люблю или не надо? Объясни мне. Мне его целовать или нет? Горячая кровь прям бурлит, я это чувствую. Горячая кровь у меня, слушай. Так я про тебя говорю, тупенький ты мой. Ну, я ничего не могу сказать. Это чурчхела меня уже раздражает, ты можешь мне сказать? Что мне делать? Кавказец должен заставить ее убирать полы, убирать грязь. Ты слишь, давай любовь потом сначала работать. Пошли. Ну и пошел вон! А где грязь? Грязь вон, ты что не видишь, какая навалена? Гламурная тёлочка возненавидела Хачапурчика и хочет дать ему леща. А меня твой друг вообще бесит, у него подмышки небритые. Собака, на! На! Зверинец, тут завели свой зоопарк волосатый. Да что, блок сраный. Ведущий. Кто пёрнул в ресторане? Вот, все нормально. Отдай швабру. Кавказец получает оргазм от пуканья. О, какая вообще... Какая смесь просто. Хачапурчик, нужно пропердеться нужно. А я до сих пор его ненавижу. Да ты что, тупая женщина? Ты кого бьешь? Ты на кого лапу свою поднял, волосат? Понимаешь? Гламурная тёлочка решила снова прыгнуть в яму, ей там понравилось. Я на крыше, спасите меня кто-нибудь! Ведущий, может не надо, пожалуйста? Гламурная тёлочка слишком тупая. А где наш кавказец? Я здесь... Волосатый! Где он? Вот он, бра! 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 Подожди, братан, я пожертвую ради того, чтобы вы меня видели, слушай. А меня там это, обратно, о, я здесь. Да где ты, дебил? Вы что, дебилы что ли? Подождите. Вы его видите. Ждем кавказца. Ну хорошо. Карта держи кредитная, банк лучший просто. Гламурная тёлочка, самая тупая девушка на этой планете, а ей понравилось сидеть в яме. Может, тёлочке понравилось, но Эдисону не понравилось, там скучно, если что.
А кавказцу срочно захотелось в туалет. Прям очень. Я пока поубираю тут мусор. Тут очень грязно. Так, туалет. Гламурная тёлочка стала немножко умнее, и она нашла секретный проход. Да? Да. Так. Слушай, почему в туалете грязь? И почему здесь там... что здесь происходит? А как мне выбрать? Гламурная тёлочка, ты можешь не подглядывать? Я, конечно, все понимаю, но я стесняюсь. Да иди тёлочка... сюда, тут карточка, дебил! Какая карточка? Забирай карточку! Карточку забирай, дебил! Ты мне Гуччи запачкал, сын! Иди сюда! Иди сюда! Вытаскивай меня. Чего не может быть, лучик? Вытаскивай меня, вытаскивай. Туалет прорвало, гламурная тёлочка, замечаешь, что твой... Вытаскивай меня, дебил, быстрее! Вытаскивай, открывай мне эту хрень! Туалет прорвало, тупая! Дурак, я с другой стороны! У кавказца встал на гламурную тёлочку, но он не хочет спалить. Сложно, когда у тебя вместо мозгов шавермы, открывай уже, давай! Подожди, сейчас открою, подожди немного, чекуля, подожди. Да открой уже наконец-то! А чё он пугается меня? В кафе не иди за мной! Да что, что у тебя не так, Кавказ? Ты можешь со мной поделиться, мы с тобой работаем вместе. Ты женский, я вообще не понимаю, не смотри, где мужской? У тебя шаверма там поднялась немного. Господи, здесь вообще... Ты что? Ведущий. Вдруг стало юбо. Ой! Так... Слышь, короче, я знаю, как это все объединить. Я знаю, короче, такую тему. Не войдешь, не войдешь сюда, кавказец, отстань от меня. Не войдешь. Не войдешь. Ручкела, ты где? Я спряталась от тебя, извращенец проклятый. В кафе сломался холодильник, и вам нужно вдвоем его срочно починить. Я не могу так работать, ты можешь как бы... А я могу юбочку надеть уже? Пока она здесь ходит стояк, не могу чинить. Все, я уже одела юбку! Ну все нормально, слушай, так ты менее красивая, ты вообще... Гламурная тёлочка перепутала кавказца с кочепурчиком. Как это так? Да не все на одно лицо, что я могу поделать? Что я? Кавказец начинает ревновать. Какие у тебя волосы рыжие. Хачапурчик, ты слишком... Не трогай его! Не трогай его! Он мне обещал Ламборгини! Иди отсюда, ты тупая. Кто, я? Тогда без проблем, тогда без проблем, я ухожу. Я не знала, ведущий, что у них такие страсти. Это мой братан, слышь? Ой, я стекло поломала случайно. А, ла, не ла, ахуй, а ла, понимаешь? Слышь, ты меня будешь учить. Кафе сломался, холодильник. Холодильник сломался. Его не почините. Иди чини. Хачапурчик, ты мастер на все руки. Давай, золотые руки. Объясните мне. Иди сюда. Морозильная камера, ты... Да, вот это, иди сюда. Морозильная камера. Я умею чинить все. Давай, чини. Где морозильная камера? Она впереди. Быстрее, да, быстрее. Вот это горит она? Ой, случайно. Ага. Кто яму копает, тот для себя ее выкопает, вот именно. Залезайте в холодильник, залезайте в холодильник. Какой холодильник? Так мы в холодильнике уже. А, холодильник сверху. А, холодильник наверху. Так, о, коровы висят. Когда ты научишься эти сраные лестницы делать? Ты телепортируй меня, товарищ ведущий. Гламурной тёлочке стало очень холодно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Согрей меня своими волосами, пожалуйста, мне очень холодно. Дай мокасины. Мокасин. Мне и так очень холодно, волосатый мой. Кавказец должен быстрее спасти... Спаси меня, мой герой. И найти, как починить этот холодильник. Так, гламурная тёлочка, вставай, прыгай в дырку, я тебя спасу. Так, да всё так просто, это оказывается. Вам не нужно прыгать в дырку. Так, а почему? Вам нужно починить холодильник. Можешь определиться. Холодильник нужно... Ты должен её спасти. Я замерзаю, тупые слова, спасите меня. Ты должен разобраться, как починить холодильник. Сейчас я нажму кнопочки, они все заработают. Гламурной тёлочке нравится тыкать на кнопочки. Да я и так тыкаю без тебя. Подожди. Хорошо. Особенно вот здесь ей нравится тыкать на кнопочки. Тут у меня истинное удовольствие. Особенно вот тут! Хачапурчик, я нашла что-то. Иди сюда.
Кто там, слушай? Хачапурчик, давай заходи! Нажимай на кнопочку. Я не хачапурчик, гамма-пуля, не забывай, слушай. Да, извини, нажимай. Нажимать. И что? Не работает! Не работает. Ты тупой, что ли, ведущий? Так, холодильник не починился, мы должны вернуться срочно в кафе. Кафе, в кафе срочно! Как может кафе работать без холодильника? Я не буду просрочкой торговать, слушай, брат. Так что какая... У нас ресторан, понимаешь? Это едрить, колотить! Да что со мной делать? Хачапурчик, открой. Господи, ой, крамопуля, открой. Какая тупая, конечно, открой. У нас это... Ну, господи. Тут проблема произошла. Что дальше? О, нет! Хачапурчик! Убийство на глазах наших произошло! Главная тёлочка переживает, что ее посадят! Нас посадят, Хачапурчик! Это не я! Да это не я была! Это она, слушай, я сзади тебя стояла, я его даже не трогала! Кавказец пытается... Сейчас... А так он воскрес! Кавказец пытается сбросить всю вину на гламурную тёлочку! Слышь, это ты виновата, верни макосины, слышишь? Давай, не верну! А это все твоя ревность, то, что на меня так смотрел, да, страсть? Меньше ревновать нужно было, да, конечно! Это все ревность! Вы решаете срочно уехать отсюда, потому что срочно приедет полиция. Хачапурчик ожил, да все нормально, ведущий. Я проваливаю отсюда, слушай, пока. Гламурная телочка... Так это ты его убил уже третий раз. Гламурной телочке показалось. Через мои гучи линзы просто плохо видно, понимаете? Вы должны взять вот этот КамАЗ, который тут стоит рядом, и уехать на нем. Слушай, ты со мной не едь, понял? Это моя машина. Гламурная телочка хочет вести машину. Да, конечно, я и буду вести, я же умею. Это не бабское дело. Бабское, садись давай, а тут бензина нет, ведущий. Это очень не нравится, это очень не нравится. Он не поедет. Я не поеду никуда, пока это не съест всю землю. Я тебя даже спрашивать не буду. Давай залезай, нам нужно сваливать. Кавказец решает сломать машину. Полиция! Товарищи полицейские, это если что, не я, не знаю. Ведущий, у меня тут проблемки. Кавказец решает отомстить за гламурную телочку, убить всех полицейских голыми руками. Ведущий. Ты что, тупой вообще? Ты совсем нормальный, ты, слушай, братан. Кавказец очень любит гламурную телочку, должен ее спасти. Спаси меня, кавказец, я в стене. О, господи боже. Да что ты? Я выбралась! Ёп! Брить, колотить, как громко. Кавказец, садись! Кавказец! Да чё, опять захрень, я опять застряла! Я понимаю, что у меня права куплены, но не настолько! Кавказец решает показать силу Кавказа и нападает на полицейских. О, ну всё, короче, братан, и да слушай, ведущий. Так ей надо, тупая шкура. Господи, с кем я связался? Поеду, короче, обратно в Алматы. Давай езжай! Ребята, это типа все. Что все, я только вжился в роль, давай брать. До свидания. А красный мокасин я тебе не отдам, пошел нахрен. Миша, а ну верни. Не верну. На своих учелинках верни мокасин. Не верну тебе. Полиция, он меня преследует, горячий кавказец. Не хочу с тобой я видеться, отстань от меня. А ну стой, тупая. Тань, я не вижу хейт сквозь свои гучи линзы. Можешь меня обзывать, сколько тебе влезет, понимаешь? Давайте, ребят, реально заканчивать уже, дохрена. Слышь, если ты закончишь, ты не ходи. А у нас тут вообще-то любовь ведущий. Ладно, ребята, ставьте лайки, чтобы они наконец-то вышли из своих ролей, потому что это жесть. Потому что, слушайте, если лайк не поставить, я у всех зарежу. Так что лучше лайк ставьте. Если лайк поставите, лучше шаурма будет для вас. Не поставите, зарежу просто. А еще гламурный точку очень нравится подписка. Мне нравится очень подписка. Ты если подпишешься, всех поцелую. Да, понятное дело, посмотрите на нее, конечно, любые подписки и нравятся. Такие большие подписки, маленькие подписки. Маленькие подписки мне не нравятся, только большие подписки. А большие лайки тебе нравятся? Ну, большие лайки, я имею в виду, мне тоже нравятся. С этим я согласен. Все, всем пока. Все, идите в сторону. До свидания, ты кто такой вообще?